Формат. Я хочу вам рассказать одну историю, очень тяжелую. 14 августа 2016 года, город Тверь. Это Россия. Сергей Балашов, 25 лет. Пьет, уголовник. Он вдруг заметил, что Катя Кулагина, его пачерица, куда-то делала, доставшись ему на средство, алюминиевую крышку от кастрюли. И он начинает ее воспитывать. Он ее бьет по голове металлическим грифом гантели. Потом он ставит ребенка в угол и начинает его пороть брючным ремнем. Мать девочки, 37-летняя женщина, и брат девочки принимают участие в этом издевательстве над 13-летним ребенком. Когда девочка потеряла сознание, Балашов начал поливать ее кипятком из чайника. 6 часов садисты издевались над девочкой. Когда они заметили, что девочка уже не подает признаков жизни, они вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть. 6 часов 13-летнюю девочку пытали в городе Тверь. Эта девочка жила в 21 веке. Она жила среди нас. Толстой, Достоевский, слеза ребенка, она 6 часов кричала. Соседи, участковый милиционер, который не знал, что это за семья, школа, которая не видела, что происходит с этой девочкой. 6 часов 13-летний ребенок страдал. Что она хорошего видела в своей жизни? Мы так гордимся своими традициями, корнями. Ее пороли ремнем. Поэтому адвокат счел для себя возможным сказать, что ее воспитывали традиционными для русских людей методами. Это какой уровень цинизма и подлости. Собственная мать и собственный брат принимали участие в этой расправе. 25-летний подонок получил пожизненный срок колонии особого режима. Эту женщину, которую язык не поворачивается назвать матерью, получила 19 лет. 16-летний брат проведет 5 лет в воспитательной колонии. И мы с вами будем оплачивать своими деньгами, своими налогами содержание этих зверей. Потому что у нас нет смертной казни. А для этой девочки смертная казнь была. 6 часов ее убивали. 6 часов. Никто не слышал. Никто не ответил, кроме непосредственных убийц. Каждый раз, когда мы говорим о себе, когда мы рассказываем о том, кто хороший, кто плохой, я хочу, чтобы вы помнили о несчастной девочке, которая жила в 21 веке и так страшно прожила свою коротенькую жизнь. И это Россия сегодня. И это страшно и стыдно. Увидимся в воскресенье.